Мы провели потрясающее мероприятие, прекрасное мероприятие со студенческим активом всех наших филиалов. Мне очень было интересно и нужно было иметь обратную связь не только от директоров, от сотрудников филиальной сети, но и от студенчества, как было организовано за время карантина или пандемии образовательный процесс, как читались лекции, семинарские занятия. Хотел получить от наших студентов из филиальной сети их мнение, как в это время проходила обычная студенческая жизнь. Это и патриотическая, и спорт, и общественная деятельность. Ну, сегодня ребята задали ряд вопросов, которые их волнуют, вопросы, которые и по учебному процессу, и по тем мероприятиям, обычно, которые проводил университет в это время. Это и Плеханов фест, это и ряд других мероприятий. Ну, мне кажется, нам сегодня удалось. И, насколько я понял, ребята были довольны и получили ответы на те вопросы, которые их волнуют. Если говорить о встречах со студентами, я когда еду в командировку, когда посещаю филиал, для меня это самое первое мероприятие, потому что я всегда организовываю встречи с студенческим коллективом, и особенно люблю, когда туда приходят студенты, у которых есть самые такие вопросы, которые их очень сильно волнуют по недостаткам. Как говорит наш ректор Виктор Иванович Гришин, все, что мы достигли, положительное от нас никуда не уйдет. Нужно работать по тем недостаткам, по тем вещам, которые у нас пока не получаются. Вот. Ну, так как сейчас встречаться нельзя, мы вот провели первый раз такой онлайн-встречу со студенческим активом всех филиальной сети. Ну, мне понравилось. Если такая потребность еще будет и со стороны студенчества наших филиалов, с большим удовольствием проведем еще раз. Что бы я хотел пожелать студентам в непростое время? В первую очередь здоровья. Здоровье дома, чтобы никто рядом, все были здоровы для того, чтобы продолжить свою учебу. Пожелать им хороших преподавателей, которые в это трудное время научились работать на цифровых платформах, не снизили качество чтения лекций, проведения семинарских занятий. Выпускным курсом, независимо от того, что сейчас пандемия, есть спад в экономике, хорошо трудоустроиться. Ну, с остальными студентами мы с сентября вернемся и очень надеюсь вернемся в обычный ритм. Мы то, что если что-то не додали, додадим обязательно. И организуем и учебный процесс, и всю деятельность филиальной сети на хорошем уровне.